Ты маленький. Ты маленький. Пришел, сам пришел гладиться. Да? Да, подошел, говорит. Погладь меня, говорит, немножко. Весь такой, весь никакой, ведь весь никакой маленький. Вот мой хороший. Да. Хороший. Да. Грязненький, холодненький. Ручной. Ручной, маленький. Ну, лапы тут отбивался. Не, на меня ругается. Правильно, скажи правильно. Лапы по мне стукнули. Правильно говорит, надо кусаться, надо брыкаться, надо. Надо, я люблю таких животных. Ой, ты маленький. Да и ладно. Иди какой давай. Ой, какой же ты весь. Ой, какой же ты весь. Ой, какой ты ужас. Ой, ужас ты наш маленький. Сейчас прижмет. Ну что, ближе? Еще надо гладить, да? Скажи, что здесь погладить. Вот здесь. Конечно, надо гладить. И всего вычесать надо. Скажи, меня вычесать. У нас где-то есть щеточка, повычесывать. Да? Вычесать надо, скажи. Вот. Совсем без шерсти остался. Ну, зато вся грязь сойдет, его надо помыть. И чего говорят? Говорит, мы, говорит, боимся к нему подходить, боимся его гладить, боимся его обрабатывать. Скажи, да? Чего? Какой толстый. А? Нормальный животный, ну, дерется лапой, ну, шипит. Ну, все бывает, все дикие животные дерутся. И все дикие животные. Полосятик. Носатик. Ну что, тебе еще вкусняшку сделать? Конечно, принеси, поедем. Что ты вкусно даешь? Там желудочки. Печеночку он сегодня поел уже, теперь желудочки. Подошла к этой кондатре, она высунулась и да. Хвост под себя спрятала. Ну, говорю, какая, говорит, ты умница. Кондатра еще та. Смешная такая.